Привет всем! Привет! Это те самые из Брянска, и сегодня в Питере ночь перед Рождеством. И мы отправляемся на каток. Сегодня мы отправляемся на каток, который называется Новая Голландия. Который находится на острове Новая Голландия. Это очень красивый каток. Наверное. Да, там не были, видели только фотографии. В закрытии новогодних каникул мы решили туда отправиться. Стоимость билета составляет 450 рублей. Надеюсь, будет весело, интересно и красиво. Ну что, пару слов о Новой Голландии. Новая Голландия – это маленький остров в центре города, который открылся в 2016 году. Это новое место для проведения досуга, как взрослым, так и детям. Нам нужна касса. Мы сейчас ищем. Ну что, мы взяли билеты. Очень удобно, то что у нас билеты были на вчерашний день, но у нас вчера не получилось поехать, и можно списаться на электронную почту. Нам перенесли на сегодня. И потеряли свои 900 рублей. Да. Сейчас ждем, в общем, когда закроется сеанс, и мы пойдем перебываться, чтобы покататься. Ну что, вот мы и на катке. Настюш, скажи что-нибудь. Я пока не понимаю, такой лед чистый. Первый раз так вижу. Здесь хотя бы больше пространства для маневра. Катились мы на катке, который находится в Голландии, в Новой Голландии. Каток нам понравился, но из-за большого количества людей не протолкнуться, нормально разогнаться, нормально покататься. В общем, сюда можно приходить только за атмосферой. Вот именно атмосферное катание, когда много людей, огоньки, круто. Настя сказала, что много людей. Одновременно здесь может находиться до 250 человек. Здесь можно сейчас еще погулять. Что мы и делаем. Да, мы пойдем. Ушли мы с катка, но новогодняя ночь у нас продолжается. Сейчас мы медленно и верно перемещаемся в центр. Надеюсь, там будет красивая новогодняя обстановка. А я надеюсь, что мы поедим. Там немножко стало холодно. Но я уже согрелась. Хотели доехать до астральных колонн и оттуда начать свое путешествие по центру, но почему-то сегодня там все перекрыто, и нам не удалось туда попасть. Мы подъехали прямо к Исаакиевскому собору, и уже отсюда пойдем путешествовать. Пойдем гулять в центр. Уже полночь. Ночь рождественская. Сейчас проходим мимо Адмиралтейства. Здесь Александровский сад. Очень красиво. Надеюсь, камера передаст. Ну что, прогулялись мы немножко по Невскому проспекту. Пришли на Дворцовую площадь. Невский так красиво украшен. Ну, в общем, это его стандартный раскрас новогодний. Сейчас мы сделаем заключение возле главной елки этого города. Мы записываем концовочку уже в самом центре. Хороший получился вечер. Походили, померзли, получили приятных впечатлений. Посмотрели на питерскую красоту. Поискали немножко вдохновения и волшебства. С вами были те самые из Брянска. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас. С вас лайки. Обязательно подписывайтесь, это для нас очень важно. И не ленитесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.